смотрите проект «Один актуальный вопрос». Сегодня мы спросим граждан нашей страны, планируют ли они в ближайшее время поездки в Европу. Нет, я тут на месте, мне хорошо тут на месте. Что делать, в Евросоюз? Что там делать, если там умирать с голода? А мы там что будем делать? Я считаю, что это для политики только. Они хотят, мы не собираемся. Нет. А почему? Нет возможности. Нет. А почему? Денег нет. Кому нужен, не знаю. Тот пусть едет. Вы в ближайшее время планируете в Европу ехать? Нет, не планирую. Не хочу. Когда паспорта поменяют? Красные будут, вот тогда я поеду. А денег хватит вам? Мне хватит. Планируете поездку в Европу в ближайшее время? У нас безвизовый режим скоро будет. Нет. Вы в ближайшее время собираетесь в Европу ехать? Я уже в Европе. Ну, мадуки, он Европа, садочка птиме, да. А еще в его леди, с фию, орден, с фию коррупции, с какому и Молдова. Молдова и коррупции тари-мари. Вы в ближайшее время собираетесь в Европу? У нас открывается скоро безвизовый режим. Да, собираюсь. Как вы думаете, денег хватит на поездку? Ну, не знаю пока. Первый раз. Не знаю. Если откроется, поедем отдыхать. А денег, как вы думаете, хватит на поездку? Хватит. Нет, не планирую. Почему? А потому что нету времени. Работа. В ближайшее время планируете поездку в Европу? У нас безвизовый режим открывает скоро. Нет, пока нет. А почему? Ну, я уже была в Италии 2 года и не хочу. Хочу дома быть уже с семьей. Если надумать, то можно и накопить. Но пока не планирую. Нет, пока нет. А почему? Финансы пока не позволяют. Но же хотели бы увидеть, как люди живут. Да нет, не планирую. Почему? А мысль такая в голову не приходила.